Всем приветики. Все, сломал я свою веб-камеру. Просто она мне, как обычно, перестала работать. Появился такой белый экран, я надавил. Обычно я надавливал на корпус, вот в этом месте, где камера находится, и она работала. А в этот раз я давил, не получалось. Я решил на саму камеру надавить, но раньше я давил карандашиком. Ну, ничем таким мягким, стеркой от карандашика. А в этот раз надавил отверткой. Ну, и вон оно поцарапало, ну, типа, осталась там такая царапка. Я подумал, что, может быть, грязь там осталась, типа, от карандаша, потому что я дзюбкой давил. А раньше стёркой давил, а сейчас уже решил дзюбкой. И отвертка решил убрать грязь, ну, и поцарапал стекло. И теперь это стекло всё, она уже не видит. Так я её, короче, разобрал. Ну, и вот как она выглядит, получается. Получается, что здесь вот была крышка сверху логитечевская. Я её снял. Под ней, под этой крышкой была вот эта штука. Я ее тоже снял. Тут была плата вот эта вот. Здесь лежал грузик вот этот вот. Ну, это типа просто, что внутри было. Может, кому интересно. Грузик для утяжеления и закрытывался крышкой вот этой. Здесь снизу была еще одна такая поворотная часть. Здесь тоже был грузик еще больше. И зачем-то там масло снизу. То есть он прям такой увесистый. Но этот поменьше. И сверху был закрыт вот этой частью. И прикреплялся к этой вот белой штуке. Так вот был, прикреплялся, и такая вот типа ножка была. Ну и все. Провод еще заходил снизу. Вот сюда, в отверстие, вот в этом. Ну, а дальше что? Провод прикреплялся к камере. Вот этот толстый прикреплялся к этой желтенькой штучке. А вот этот разъемчик прикреплялся вот сзади, сюда. Кстати, она такая маленькая, ну, плата, а столько всего умеет. То есть такая вот маленькая микросхемка. А столько всего умеет. У нее тут и камера, у нее тут и микрофон. На микрофоне, кстати, резиновая штука стоит, чтобы типа он лучше слышал спереди. Вот он сам микрофон. Ну и камера. Оказывается, она просто... Это линза такая, которая прижимается к чипу. И получается вот сама камера. Я даже не знал, что камера так выглядит. То есть вот эта штука, которая вот переливается разными цветами, там красным, синим, зеленым, это и есть камера, вот она. Правда, она была идеально чистая, но я случайно дотронулся до нее пальцем, она стала грязной, я решил ее почистить салфеточкой со спиртом, но не получилось, все уже. То есть если вы дотронулись до камеры без, ну, объектива, ну, до самого чипа камеры, то вряд ли у вас уже получится очистить, но он весь такой грязный. Хотя хорошо тер спиртиком там, ваточкой, потом просто ткань, ну, бумажечкой. Не получилось, грязная остается все равно. И просто получается, вот этот чип, он и есть камера. То есть вот он такой маленький, тоненький. Он просто обычный такой, его даже не видно. То есть он лежит такой прям пластиночкой, ее даже не видно, она не выпирает. Но при этом она смотрит. А чтобы ей было четче смотреть, стоит такая вот линза, которая резиночкой прижимается к чипу и фокусирует изображение. Но проблема этой камеры в том, что чип греется и отходит, видимо, и изображение начинает пропадать. Поэтому я нажимал на линзу, она прижимала этот чип, и изображение снова появлялось. Но в этот раз я решил не стерочкой прижать, ну, обычно пальцами. Если не получалось, стерочкой нажимал на саму камеру. Ну, обычно пальцами на корпус нажимал, если не получалось, стерочкой на камеру. А в этот раз дюбкой нажал, запачкал, отверткой хотел брать, поцарапал, ну и все. Короче, заказал в Китае на Алиэкспрессе новую камеру. Когда придет, покажу, как она выглядит, как она работает. Ну, по идее, она должна быть покруче. Здесь максимум было... Здесь, по-моему, даже Full HD не было. Здесь 720 максимум было, по-моему. А там будет и Full HD, и 2K даже. Но 2K, конечно, я думаю, вряд ли там будет. Но Full HD, скорее всего, будет. Ну, может, и 2K будет. Но в отзывах там пишут, что качество типа норм. А вот провод от самой камеры. Здесь еще вроде как такое...
такая вот штучка есть круглая, вроде как заземление. Вот попробую. Здесь, правда, много проводов из него выходит. Целых из обычного USB 2.0 выходит 4 тоненьких провода и один толстый. Я хочу попробовать сделать из него зарядник. Ну, типа, чтобы можно было, ну, лишние провода отрезать, а оставить только те, которые дают питание, и сделать, типа, из него зарядник, если получится. Такая вот штука. Сейчас буду пробовать. Ну, камеру... С камерой уже ничего не сделаешь, ее только выкинуть. Отсюда можно выпаять микрофон, он же вроде нормальный, вдруг пригодится. Ну, потому что микрофон вроде здесь нормальный был, хорошо все слышал. Ну, и провод под зарядку попробовать. Остальное все мне не надо, можно уже выкидывать. Вот. Такие вот внутренности у этой камеры были и есть, как бы. Ну, а на этом все. Всем покедова.